наступил решающий час. Патриотическое мероприятие, посвященное 79-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, в молодежный центр «Навигатор» приехали юноармейцы городского округа. Перед ними выступили представители ветеранского движения «Боевое братство» и действующего в Щелкове уже более 30 лет военно-патриотического отряда «Витязь». Этот отряд занимается поиском захоронений неизвестных солдат, погибших в Великую Отечественную войну, в том числе и в Ленинградской области, в местах, где во время блокады проходили тяжелые бои. С 2001 года мы работаем в Кировском районе Ленинградской области. Это район урочище Гайтлова, Невский пятачок, Синявинские высоты, урочище Воронова, озеро Барское. Как раз вот места наиболее ожесточенных боев по прорыву блокады Ленинграда. Юноармейцам рассказали про жизнь блокадников, стойко переносивших бомбежки, голод и холод, но не сдававших врагу свой город. Напомнили ребятам и о том, что даже их сверстники защищали город, тушили зажигалки на крышах, дежурили и помогали ослабевшим людям. Сегодняшние юноармейцы стараются быть достойными памяти героев, защищавших родину в Великую Отечественную войну. Они активные участники волонтерского движения. Очень приятно, когда дети после этого мероприятия приходят и говорят, что мы хотели бы вступить в ряды юнармии. Понимаете, вот это, этих мероприятий мы должны проводить как можно больше и большое внимание уделять все-таки патриотическому воспитанию детей. Данное мероприятие проходит ежегодно в нашем центре, и я считаю, что оно очень значимо для нас, так как на базе нашего молодежного центра существует порядка 4 военно-патриотических объединений, куда ходят более 50 ребят, то есть которым интересно, которым не все равно на судьбу, да, нашей родины, как бы, а не зная прошлого, мы не можем идти в будущее. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.